Сергею Ключникову суждено было связать свою жизнь с музыкальными инструментами еще с детства. Именно тогда зародилась любовь к фольклору и звукам балалайки. Музыкальные вкусы с годами не поменялись. Будучи в университете, Сергей нашел свой круг по интересам. Вместе с двумя товарищами из института они не просто стали играть и слушать, но и решили возродить пришедшие в упадок в конце советской эпохи мастерские по изготовлению балалайк. Из маленькой артели за последние несколько лет их производство выросло в одну из лучших мануфактур по серийному производству балалайк, уступая лишь Ижевску и Северной столице. Сегодня ульяновское производство балалайк – это не три человека-энтузиаста, а сплоченная команда из 15 профессионалов. Конкретно у нас проект запустился с 2013 года. Вот. Сначала мы сделали музей балалайки. Он собрал вокруг себя тусовку, аудиторию заинтересованную. И потом все эти ребята, которые приходили в музей просто смотреть на экспозицию, они потом включились в производственный проект. И, собственно, до сих пор у нас работают, собирают балалайки и стали классными мастерами в своей сфере. В год со станков производства сходит свыше 1500 балалайк. Здесь их делают по двум типам. Первые используют в профессиональных кругах, а вторые на заваленках, так сказать, для любителей аутентичного фольклора. Со слов Сергея Ключникова, секрет изготовления прост. Прежде чем сделать ту или иную модель, нужно изучить исторический образец инструмента. Что с ним происходило, где и кто его мастерил. Хаймс была артель. Она делала инструменты, в начале 20 века. Мы смотрим, что это были за инструменты, с одной стороны, то есть рассматриваем их конструкцию, акустику. А с другой стороны, мы смотрим, что это были за люди такие, мастера, которые делали балалайки. Чем они жили, для кого они делали этот инструмент, и вообще, какой смысл они вкладывали в свою продукцию, свое изделие, свое ремесло. Производственные площади разделены на несколько зон. Есть участок распиловки, сборки, шлифовки, покраски, настройки и упаковки. Балалайки здесь изготавливают партиями. Одна партия включает в себя порядка 20 или 30 музыкальных инструментов. А вес одной балалайки может достигать от 400 граммов до 1 килограмма. Все зависит от породы дерева, из которого сделана балалайка. Первым делом каждая балалайка попадает в руки Евгения Потапова. 30-летний мастер-сборщик работает на производстве с момента его основания. Каждый день, выражаясь профессионально, мужчина вяжет кузова. По-простому собирает и склеивает основные части музыкального инструмента. Надеюсь, что я этим служу людям, потому что инструменты наши нравятся. Соответственно, я вижу, встречаю людей, которые играют на них, они этому рады. Соответственно, и это мне я понимаю, что труд мой не напрасный. Колесная лира – еще один музыкальный инструмент, который изготавливают ульяновские мастера, правда, в ограниченном количестве. Балалайки Сергея и его команды ежегодно становятся экспонатами фестиваля, где собираются мировые музыкальные производители. Помимо российских заказчиков, охотно пользуются ульяновскими балалайками и в Германии. Рената Люлова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.